Всем привет, с вами я, Али, и сегодня будет краш-тест этого автомобиля. Это машина из пластилина. Такая вот машина. Передняя часть такой вот. Открывается капот, двигатель там. Здесь у нас колпачок. Здесь обычный диск. И будет краш-тест этого авто. Ну, давайте-ка начнем. Что у нас тут? Ну, по передней части немного погнулся. Вот здесь. Фара здесь прилипла. Что у нас здесь? Ну все же передняя часть немного еще сильнее погнулся, вот так вот, где-то все в порядке, немного сместился. Так что обратите внимание, здесь бампер нормальный, а здесь нет. Знаете почему? Потому что я снимал видео, бампер здесь тогда был, я это тогда разогнал и так врезался, получилось, что я разодрал бампер. И от этого я случайно нажал закончить видео, получилось, что я случайно нажал видео и сорвал видео. Так что пришлось переснять. Но машина не так уж сильно и погнулся. И промазал. Думаю, довольно уже переднюю часть врезать. Да уж, просто жесть. Значит, эта машина прочная, я его пару раз его врезал, а все никак. Так, видите, какая она почти целая. Значит, здесь, правда, царапина, просто разодрало бампер. Ладно, давайте-ка все же в боковую часть. Что у нас тут? Ну, боковой часть совсем не погнулся, лишь дверь немного обогнулся. Ну, внутрь, кажется, зашел. Как теперь разбить машину, я даже не знаю. Старым методом. Может, даже я переверну эту машину? Вот так. Переверну. Что у нас тут немного пухнуло, лишь крыша погнулся. Все, теперь целый. Ну да. Ну как-то так. Давайте-ка еще раз я переверну машину.
Что у нас тут? Ну все же, вот так перевернулся, даже так. Ну все же, я погнулся крышу очень сильно. Все, теперь. Окей, все. Ладно. Давайте-ка еще раз старым методом я его буду разбивать, бросать как бы. Упала, ну вот так. Крыша очень сильно погнута. Все. Давайте-ка я еще раз. Ой, да. Что-то у нас кабот погнулся. Все же вот так погнулся. Видим, что двигатель все же сожат. Зажат очень. Я знаю, почему повреждения очень слабые от вот этой. Потому что машина довольно тяжелая, а довольно легкая. Легкая. Из-за небольшой массы он просто трогает машину, как бы не повреждая его. Что у нас тут упал на проверенный участок? Все же. Обогнулся, все же вот так. Заряд. Ну да, как бы. Ну как бы так вот, машина все же. Повреждён очень. Заднюю часть немного целый. Давайте еще же на заднюю часть. И думаю, он погнется сильнее. Что он что-то капот отлетел? Видим, что попал на заднюю часть вот так вот. Колпаки еще же колесом прилипли. Давайте еще же их сниму. Все, снял их, вот и колпачки. Просто жесть, машина уже в комочках. Дочка, последний раз я сброшу на заднюю часть, и все. Что у нас здесь? Крыша вообще отвалился. Сниму их. Вообще. Видим, что все же упало не на заднюю часть, а вот так. Так хорошо снялся. Что у нас здесь? Дверь погнулась, все же руль все же до сиденья дошел. Вот здесь мы видим. Вот так вот просто. Все, дочка машина сделала вверх дном. И обратно. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И с вами был Али. И всем пока. До новых встреч.